Грибы бывают шоколадные, а это грибы чисто черные. Это, видимо, для тех людей, которые белого цвета. Лисички коричневые. Но вообще-то самое главное, это тот автомобиль, который вы видите. Он находится под навесом. А вот дрова под открытым небом. Ну, так лучше, они набирают влагу, калорийность. И от этого лучше горят. Или не горят. Решать вам. Хорошего дня.